Ну, привет, мои дорогие! Сегодня 16 сентября, пятница. У нас сегодня гости, у нас сегодня шашлычки. Да, кто меня еще не знает, меня зовут Толя. Мне 50 лет, скоро 51. Живу я на севере Свердловской области, в маленьком городе Волчанске. Из веса 115 килограмм, постаранела уже больше, чем на 20 килограмм. На моем канале много интересного и рецептики, многие из которых я придумываю сама и считаю их кабжу. И вяжу ирландским кружевом, и занимаюсь садом-огородом. Вот сейчас гуляю как раз по своему садику. Да, сейчас немножко поснимаю. Вы знаете, Северный Урал. У нас холодно, у нас зона рискованного земледелия. Но в этом году какой-то нонсенс. Никогда, я не помню, чтобы я вот так вот во второй половине сентября ела малину. У меня еще есть малина. У нас... Так, видно? Сейчас... Ладно, по-другому поснимаю. И слива, ну яблочки, груши. Еще у меня еще полные теплички всего. Что я еще сегодня ела? Золотистую смородину, сливу, горох. Слушайте, у меня какая-то вообще с горохом в этом году. Ну, в июле, там начало августа он уже отходил. Ой, там некрасиво. Там у нас сарайки сносят. Вот. Сегодня у меня классное настроение, потому что у нас приехали гости. Ну, как гостья уже приехала. Кстати, я ее, наверное, поснимаю. Она тоже начинающий блогер. А у нее тоже канал про сад, про рукоделие. Ну, в общем, мы с ней такие. Ну, не виделись очень давно. Муж ее пока на работе. Он подъедет чуть-чуть попозже. Что еще хотела сказать? Мои хорошие, огромное всем спасибо за ваши замечательные комментарии и поддержки. Что, ну, я говорила, что у меня стоит вес, что, в общем, это самое. А если что, ссылочку оставлю на прошлый ролик. Ну, вот, который вчера был. Мне написала Ирина Гатиятова. Ириночка, правильно, нет, сказала твою фамилию Гатиятова, что говорит: Оля, ты меня хорошо замотивировала, что у меня день, например, правильное питание, день я себе что-то позволяю. У нас тут дымок такой, мангал горит. Вот, и я тоже подумала, наверное, я тоже так буду делать. Дня три, например, вот так придерживаюсь прям своей калорийности, 1400-1500, а один денечек что-нибудь такое себе позволяю, ну, как читмил. Вот, так что всем-всем, мои хорошие, всем огромное спасибо. Да, вы правы, это моя жизнь. И то, что вес у меня, я его держу так долго. Я очень долго была полная, 115-120 килограмм. И сейчас вот уже получается третий год, меня 94, ну так, 92-94 пока, вот. Буду я стараться. Мне уже говорят: Оля, может быть, тебе хватит. Да, вот у меня такое впечатление, что... По самочувствию, по здоровью, у меня гипертония ушла, у меня все анализы в норме, я полна энергии, полна это самое. Ну вот, не хочет больше он у меня уходить, и все. Не знаю, ладненько, посмотрим. Сейчас вам немножечко сад поснимаю. У нас уже около 7 вечера, садится солнышко. Вот, ну и посмотрю, наверное, сниму, как мы там шашлычки жарим, если муж уже не пожарил. Вот тут у меня клубничка. Я показывала, как я ее обрезала полностью. Это вот все уже новые листочки наросли. Это все уже новые молоденькие. Я обрезала ее практически, можно сказать, налысо. Вот, сейчас покажу малинку. Я, правда, тут ее уже сегодня кушала. Несколько это самое. Вот смотрите, представляете? Еще есть малина. Не знаю. Тут, наверное, у нас несколько сортов посажено, скорее всего. Либо это какая-то поздняя, либо это уже второй этот самый... Господи, как это слово-то? Выпуск, не выпуск. Не знаю, короче. Вот скажи, вот бывает, знаете, простые слова вылетают из головы. Второй. Ну, в общем, первое уже дало. Сейчас, может, вспомню слово. Сливы просто море. Посмотрите, что делается. Караул просто. Она не крупная, но она сладкая-присладкая. Мое перечное царство. Посмотрите, сколько перцев. Мы перчики обожаем. Они у меня все крупные. Все крупненькие. Все как на подбор. А это арбузик. У меня день рождения будет 7 октября. Надеюсь, дорогой, ты до него доживешь. До моего дня рождения. Дыньку уже убрали, съели. Ох, и дыня была классная, сладкая, вкусная. Перчики. Перчиков вагоны, маленькая тележка. Классно. Помидорки тоже от перцев не отстают. Ой, это я тут поворот не это. В общем,
и помидорок море. Наверное, завтра буду делать третий замес своего кетчупа. Скорее всего. Черики сегодня я уже красненькие сняла. Тут еще и огурцы. Тоже все продолжают расти. Не знаю, не помню я такого, чтобы у нас еще... Вот уже вторая половина сентября пошла. Это Света там как раз болтает с моим Ванюшкой. Вот, огурчики тоже поснимала. Но еще растут, растут. Растут вот еще огурчики. Так что вообще нормально. Здесь тоже клубничка. Тоже. Вся-вся была обрезана клубничка. Вся. Здесь у меня еще свеколка. Я ее прорежаю, в общем, которая помельче выдергиваю, варю, делаю салатики всякие-всякие. Вот недавно на канале тоже были два салатика. Один, значит, свекла, чеснок, майонез, яйца. Классный. 96 килокалорий всего на 100 грамм. И второй салатик, почти такой же, только без чеснока, зато с селедкой и с маринованным лучком. Салат от подписчицы. От Олечки Луценко. Здесь еще морковка. Еще одна грядка не убранная. Потому что я ее сажала позже. Позже. Две грядки мы убрали. Крупная. Что-то большое едет. Здесь у меня детки гладиолусов и розочка. И моя замечательная розочка. Красоточка. Пирамида с клубничкой. Тут я очень сильно прореживала. И совсем недавно тоже обрезала. Я вас сейчас поснимаю. Здесь у нас купаты. Да, Ванюш? А крылышки? Еще? Еще будут? Ага. Здесь мы уже кабачок запекли классненький. Ты сюда же хочешь их? Конечно. Сейчас. Вот здесь, прямо где посеяны у меня были сидираты, я посадила клубнику. Подруга моей свекровушки дала нам какую-то крупную клубничку. А здесь, как раз на этой грядке, были посеяны сидираты. Мне мой дорогой говорит, так прям вот в ямке так выкапывай и прямо сажай среди сидиратов. А сидират это горчица. В общем, я так и сделала. Вот здесь вот у меня еще вон горошек, который мы еще кушаем. Там у нас убрана морковка. И там капусточка. В этом году капуста, конечно, аховая. Аховая. Тут еще кабачки, которые уже побила морозом. Побила, но они еще растут. Сегодня еще сняла штук 6 к тем, что уже есть. И там вот под этой большущей сливой тоже вон море-море нападало сливы. Мы уже просто говорим людям, знакомым, друзьям, приходите, собирайте, уносите. Христа ради. Батон уже по второму разу тоже пошел в этом году. Пиончики обрезанные. Так, а вот, не показала же еще. Как у меня тут помидорки растут под окном, которые сами насеялись. Не знаю, зелеными, наверное, придется снимать их. И там еще огурчики. Сами насеялись помидоры, сами себе тут растут. Сами себе тут уже вон какие огромные. Вот эта яблонька у нас. Яблочки красные-красные. Давно плодоносит. Но яблочки такие, не крупные. А вот это с такими прям большими яблоками. Но она, видать, какая-то поздняя. Очень поздняя. Яблочки еще кислые. Вот. Не знаю, успеет ли она на нас вызреть. Это мы ее, знаете, где покупали? Сады России в Челябинске, которые. Но Челябинск намного южнее нас. Кстати, вот эта груша, она тоже оттуда. И она частенько, груши небольшие, но когда они вызревают, если год жаркий, и если есть бабье лето, вот. Потому что у нас лето очень короткое. Прям очень, не знаю. И не ускоришь ведь их. Мы уже пробовали, но пока они кислющие. А наши яблочки, вот которые красненькие, ничего, сладенькие. Фу, какие яблоки. Прям огромные. Были бы вот еще сладкие, хоть бы созрели. Не знаю, сколько у нас еще будет тепло. Пока ничего. Сегодня днем было 13. Это нормально для нашего сентября. Вот и готов наш сегодня праздничный стол. Да, потому что с друзьями мы не виделись, ой, я даже не помню сколько. Года 3, наверное, вот так вот получалось. Вроде живем рядышком,
ну не то чтобы рядышком, в разных частях города, но не виделись. Значит, у нас сегодня в ролях крылышки на мангале. Мы с мужем будем коньячок. Наши друзья предпочитают пиво. Это делала морковку по-корейски. Никогда не покупаю в магазине. Всегда делаю сама. И обязательно с лучком, с чесночком и с разными приправами. Вчера в ролике я показывала, мне с Озона пришел набор специй грузинских. Там и хмели-сунели, аджика, исванская соль. В общем, здесь почти все. Получилась она фантастическая. Мои помидорочки черри. Это мы на огне поджарили кабачки, купаты. Картошечка по-деревенски из духовки. Малосольные огурчики. Ну, виноградик у нас еще. Это у меня Сануля там болтает. Играет в игру. А это один из моих любимых салатиков. Свекла, яйца, чеснок и легкий майонез. Вот такая красота. Нас четверо. Мы сейчас будем отдыхать, общаться. И подруга моя Светочка, она тоже очень любит петь. Мы, возможно, еще попоем в караоке. И мы чуть не забыли про тандырные лепешки. Это сейчас вот муж. Уже садились за стол и думали, а как же? Ну, я вот хлеб почти не ем. Мы же вроде бы лепешки покупали, совсем про них забыли. И вот пошли и на мангале мы их. Смотрите. Слышите? Хрустят. Ну все, теперь точно все готово. Так, мои дорогие, этот фрагмент для Ютуба. Ютуб не пропускает чужую музыку абсолютно. В общем, не получается мне вам поставить, как мы пели караоке. Но это все будет на Дзене. Кому интересно, такой же ролик, только еще с песнями. Это я в 16 лет, а это мой родной братик Матвей. Его жена Женечка, Кирилл и Полинка. Ну, фотография старая, сейчас детки, конечно, уже побольше.